прекрасные. Завтрак у нас проходит вот в таком месте. Только посмотрите, как красиво. Соломон. Месье Соломон, вы готовы откушать? Он в шоке, как тут красиво. Ты будешь, что, расскажи нам. Я буду бельгийские вафли с нутеллой и бекончиком. Смотрите, какая тут вкуснота. Просто. А еще я хочу, чтобы мама покушала круассан с гравлаксами с лососем. Именно это я собираюсь сделать. И кофе сегодня выпью. Я уже 2 месяца не пью кофе. Но сегодня сам Бог велел, да? Соломону принесли жареный бекон. А мне покажите скорее, что тут у нас. Бутерброд с авокадо и с лососем.